Во всех районных центрах и моногородах Костанайской области появятся центры обслуживания предпринимателей. Проведенный мониторинг показал, что спрос на такую поддержку превышает предложение в 2 раза. На начало декабря 2014 года сервисные компании региона оказали более 1800 услуг. Помощь получили свыше 1000 бизнесменов. Услуги предоставлялись по ведению бухгалтерского и налогового учета, госзакупкам, по составлению статистической отчетности. Также среди предпринимателей наибольшим спросом пользовались консультации по вопросам в сфере обслуживания информационных технологий, внедрению систем менеджмента, юридические и маркетинговые услуги. Если в 2010 году в области действовало 33 тысячи субъектов малого-среднего бизнеса, то в прошлом году уже 42 тысячи. В этом секторе экономики на сегодня занято 30% населения. Вклад в валовой региональный продукт составляет более 29%. Дополнительно будет расширение услуг, не только консультативные, но еще и будут обучающие в рамках проектов. Бизнес-советник, бизнес-рост, школа молодого предпринимателя.